Ранее мы уже снимали ролики на вот эти сандалии. Они у нас были в золоте, они у нас были в белом цвете. Сейчас мы их получили вот в таком черном великолепии. Кстати, обращаю ваше внимание, что в золоте мы на них получили довоз, девочки. Размеры снова в наличии. Кому не хватило, не достало, звоните, пишите. Так, ну, кстати, давайте сразу покажу подошву. Подошва хорошая, гнется, здесь все нормально, очень легкий, невесомый. Единственное, по размеру, она мне 38 размер, а свой размер у меня 39. Смотрите, девочки, у меня четкий размер 39. Если они больше мерят, то восьмерка. Если они мало мерят, то мне 40 подходит. Четко у меня свой по стандарту 39 размер. Вот на мне сейчас 38, они мне сели прям хорошо, пятка на месте. Первый палец, обращаю ваше внимание, первый палец на месте. Размер здесь больше мерит на размер. Далее, у меня вот здесь 22 сантиметра, здесь 22. Видите, что здесь творится? Они прям вот здесь очень широкие. Сюда нужна прям такая хорошая полнота ножки. Такая нога худая, как у меня, она просто проезжает. Вот видите, что здесь творится? Здравствуйте, добрый вечер. Поэтому ножки с худенькой полнотой, вообще эта модель не для нас. И еще у них вот здесь есть дополнительная резинка. Она сейчас пока еще не разрезана, на фиксаторе стоит. Она еще больше раскрывается, поэтому на широкие ножки садятся просто здоровски. Цена не поменялась, 6900. Размерная сетка с 36 по 40. Натуральная кожа, фабричная Турция. Стелька целиком и полностью прошита. От и до, нигде ничего не отклеивается. Абсолютно. Вот, натуральная кожа. И вот такие замшевые вставки с animal принтом. Смотрится прям очень здорово и оригинально. Хорошая подпячная высота. Назад не заваливаешься. Они прям классные. Мягкая, хорошая подошва. Ну, я не знаю, у нас прям вот эти вот сандали девочки очень хорошо разбирают. Золото буквально разобрали за 2 дня. Сразу их довоз сделали. Вот в белых прям 2-3 размера уже осталось, тоже практически уже нет. Черные пока привезли. Девчонки, успевайте, они реально удобнейшие.